Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty или Котики вперед. Остановились мы на 18 уровне. И у нас здесь 3 сундучка. Всего лишь нужен один навык. На пробивашку я уже его взял. И смотрите, какие у нас здесь будут костюмы. Так, опять же, ребята, по-моему, вот этот персонаж из Текена, а вот эти вот герои у нас вроде бы идут из Южного парка. Я могу, конечно, ошибаться. Хорошо, так, 18 уровень, навыки я взял. Костюмы, друзья мои, что у нас по костюмам? Ну, я уже самое лучшее, что мог, надел. Но не сделал одну вещь, вот этих персонажей не активировал. Делаем с вами сохранялочку. Потому что сегодня, друзья, мы будем с вами наших котят переодевать в низи черепашек и получать дополнительный уровень, который вы долго от меня требуете. Ну что же, ну для начала мы будем, естественно, проходить 17 уровень, даже не 17, а 18. Так, пойдем покушаем, наверное, да, я думаю, что нам пригодится бургер на силу умений. Купить. А, у нас еще активируется, ну ладно, фиг с ним, ребята, там минута всего лишь. Да, я хочу заменить, погнали. Так, здесь мы еще ни разу с вами не были, поэтому, ой, как-то тут все легенько и простенько. 3 сундучка и получается у нас здесь, так, 10 персонажей. 10 персонажей, которых мы должны с вами подбить. Ну что ж, давай проверим. Бочка развернет? Развернет. Так, здесь пробиваем. Для чего нам, в принципе, и нужен был навык пробивашка. Открываем первый сундук. Не забывайте, их тут 3 штучки всего лишь. И вот первый герой, с которым мы с вами подерем сейчас. А ну-ка. Ага. Слушай, а сколько у них здоровья? Да, в принципе, не так уж и много. Поэтому, я думаю, с ними мы легенько справимся. Так, давай. Молодцы, паричок сняли. Хоба, фараончик тоже забомбили. И двигаемся с вами дальше. Так, можно перепрыгнуть здесь. Второй сундук я, друзья, открыл. Кстати, здесь нам понадобится ключик. А где его брать, я пока не знаю. Мне он не встречался еще. Так, давай-ка мы этих победим. А, кстати, мы после победы над этими персонажами пойдем вот сюда вот. Вниз куда-то, наверное, да? Ну, давай посмотрим, куда нас приведет эта дорожка. Ага, здесь можно упасть, провалиться. Тихо. Ой! Друзья мои, ну, ладно, хорошо, бывает. Немножко не подрасчитал силенки. Вот здесь вот не надо было, конечно, мне там разворачиваться, прыгать, а бочку ударяться, да? Потому что она меня развернула, и там слишком мало было времени мне, как говорится, сосредоточиться для прыжка. Потому что тут как-то хитро сделано. Тут камера перемещается, то есть ты уже идешь вроде бы, да, в том направлении, а камера перемещается позже. Ну, в любом случае, мне с этими орлами надо драться. Костюмчики-то надо забирать у них. Вот, и вы сказали мне, что после победы над боссами, если я полностью, да, пройду босса, я получу супер шмотки. Тоже хотелось бы, конечно, их получить, но не знаю, друзья, как этих боссов там бомбить, они же жесткие. Я этого Фокса мог только первого босса, по-моему, до второй или до третьей стадии довел. Ну, сейчас-то, конечно, я, может быть, его и смогу пройти, потому что шмотки уже более-менее сильные. Так, смотрим, друзья, что у нас тут. Ага. Подожди-ка, а я же мог пробить. Я же мог, друзья, пробить. Что-то я среагировал поздненько, ладно. Тут мы продули с вами. Что это за дурачок такой в шапке-ушанке плюс с клюшкой для гольфа? Что за персонаж такой? Я не понял, на кого идет отсылка. Странно, ладно. И также вы сказали, что там очень много будут давать рыбок для прокачки наших персонажей. Тоже очень хочу это все получить. Все эти бонусы, все эти плюшки. Ну что, по-моему, здесь по последнему заходику мы делаем, да, и с этими персонажами можно уже будет даже и не драться. Сейчас мы их быстренько накумарим. Но быстренько что-то не получается как-то у нас. Но есть. По-моему, фулл сет мы с вами собрали. Давай пойдем сюда, с этими разберемся теперь, орлами. Орландо Блюм. Да ладно, все-таки одного котенка мне подбили. Ну, отомстим? Отомстим, я говорю, или нет? Отомстим, конечно же. И двигаемся дальше. Здесь пробиваем, да, ключик забираем. Так, погоди-ка, куда? Меня обратно развернули. Меня развернули обратно. И, кстати, да, мы сейчас можем с вами пойти как раз. Где у нас эти двери, друзья мои? Помните кто-нибудь, об которой я тогда ударялся и не мог пройти дальше? Где-то здесь, да? Вот на крыше мы. Сейчас посмотрим. Вот здесь перепрыгиваем. Да, вот здесь вот. И тут нас поджидают новые герои. Да, друзья, это из Текена, я узнаю. Это Кодзима же, по-моему, вроде бы.
Ну, на него, по крайней мере, похож. А этот чувак у нас, этот борец, который выступал в костюме тигра. Или не Кодзима, или Кодзума, я уже не помню, как его точно там звать. Ну что же, заново, конечно же, заново, потому что нам нужно, друзья мои, дальше проходить. Нам нужно дальше проходить, дальше с ними со всеми тут драться. Надо зайти, кстати, в тренировочную, мне кажется. Пора бы уже туда заглянуть, потому что рыбок вроде бы мы уже с вами собирали достаточное количество. Но с этими орлами нам придется драться в любом случае, хочет или нет, потому что их никак нам не обойти, к сожалению. Ну, что так долго-то мы с ними деремся-то, господи, ну. Смотри, какой же, знаешь, жук. Нормуль, подбили. Так, а я могу вот избежать? Да я должен. Должен, да, у меня все получилось. Так, здесь мы с вами забираем. Ага, вот на обратном пути-то мне как раз с ними придется драться, да? Захотел схитрить, не тут-то было. Не получилось у меня, друзья, обмануть их. Ладно, придется драться, что ж поделаешь. Ну, слушай, быстро мы с ними разобрались. Единственная проблема в том, что у меня не осталось теперь никаких бонусов. Никаких бонусов у меня не осталось. Соответственно, тех героев у меня навряд ли получится победить. Ну, я посмотрю, я хочу посмотреть, получится или нет все-таки. Че, как говорится, вперед, батьки, в пекло лезть, да? А ну-ка. Погнали, нету ни одного бонуса, чистый урон, друзья мои. А у них здоровье, ты видел, сколько у них здоровья? Нет, не вариант, друзья. У них свыше 1000 здоровья было. А я уже сюда пришел под раненым. Слушай, дай-ка я зайду. Куда, в тренировочную, наверное, да? Зайдем сюда. И немножечко прокачаемся. Немножечко прокачаемся, потому что нам это нужно все, друзья. Без прокачки нам, ну, никак. Здесь все у нас практически идет на урон, на скорость. Это вот именно удальников. И уже потом в последнюю очередь на здоровье. Так, что у нас еще? У нас какие-то сетики, да, появились? Ага. Смотрим, смотрим. Ерунда. Тут, смотри-ка, здесь неплохо. Кстати, вот эта шапка пойдет сюда. Оу, костюмчик. Ты смотри-ка. Я даже не знаю, друзья. Нет, не буду я брать. Оружие фиговое. Так, ну-ка, что вот здесь? Шляпа ерунда. Курточка ерунда. Угу. Но это ближний бой, друзья. Поэтому я вот ставлю вот сюда, да? Пускай всего лишь одну единичку прибавляет к атаке, но это уже хорошо. Здесь у нас все плохо. Все плохо. Так, сохраним, да? Сохраняется вот так вот. Нажимаем сюда. Сейчас проверю, точно ли сохранение это работает. А то, может быть, не, и не работает. Например, я надену вот эту шляпу вот сюда. Ну-ка. Да, все работает, друзья. Так, может быть, нам сейчас пойти, а? На секретный уровень. Давайте, друзья, наверное, мы так с вами сделаем. Надо нам найти наших черепашек. Это вот как они обозначаются? Игровые персонажи или как? Наверное, здесь. Наверное, здесь, давай посмотрим. Так, это у нас чисто герои из файтингов всяких, да? По идее, черепашки должны быть здесь. Кунгла увижу. Так, Сабзира. Слушай, нету здесь их. Тогда, может быть, тут. Тут из Devil May Cry персонажи, да? Также из Наруто. Так, секунду, давай глянем. По-моему, не здесь тоже. Секундочку, а где же они тогда могут быть? Тут у нас Росомаха, Тор. Да ну, не может... А, вот. Вот они, друзья мои. Почему-то именно вот в такой вот, как я не знаю, относится к разряду Микки Маусов, что ли. Короче, берем с вами Донателло. Берем с вами Рафаэля. Берем с вами Майки. И берем с вами Леонардо. Вау! В любой момент ты можешь выбрать другой командный эффект. Так, ну что ж, друзья, вот где-то, говорите вы, открывается новый уровень. Давай посмотрим, где же этот новый уровень. Где он открылся? Вот, я вижу. Бэшечка, да? Ну давай посмотрим. Вау, тут и герои у нас новые. И даже навыки никакие не нужны. Естественно, друзья, стартуем. Подожди-ка, даже нету схемы. А что это за уровень такой? Секретный, давай посмотрим. Вау. По три персонажа, вы серьезно, что ли? Слушай, нифига, мы как-то так быстро с вами идем. Черепашки просто, знаешь, со скоростью света бегают. Сундук,
Опс. Кучу монет нам надавали. Так, за прохождение этого уровня говорят... Что? Это босс, что ли, какой-то? А, ну да, вы же говорили, тут будет типа мини-боссика какого-то. Мини-боссика по 3000 хп. Ничего себе, мини-боссик. Ну ладно, я попытаюсь как-то его накумарить. Сможем, нет? Ну, он, слушай, он жесткий парень. Ну. А я вот открыл уровень. Если я сейчас поменяю костюм, у меня он пропадет или нет? Потому что этими героями я вряд ли смогу его забомбить черепашками. Хотя они довольно шустрые. Ты посмотри, как они атакуют. Просто моментально. Че, фуллсет, что ли, нет? Не пойму. Но в любом случае, победа? Ну-ка, подожди секунду, друзья мои. Победу я получил. Давай зайдем в костюмы. Давай зайдем в костюмы и посмотрим. Новенькие. Во, смотри-ка. Что? Ничего себе, прибавку дает. Вау. Это круто. Это... Давай, друзья, загрузимся, наверное, да? Оп. Так, посмотрим. И, кстати, хотел посмотреть. Так, сохранюсь, на всякий случай. Опачки. Посмотрю, сохранился ли этот уровень. Нет, он сохраняется только лишь в костюме черепашек. Все, я понял. Значит, что нам надо с вами делать? Опять переодеваться в черепашек, да? Это вот здесь вот. Опять переодеваться в черепашек и допроходить тот уровень. Получить все костюмы. Я думаю, что вы не будете против. Давай зайдем, тем более он еще не пройден у нас. А героев, как видите, здесь очень много прикольных, так что надо проходить. И проходится это все только этими героями. Вот так вот, поехали, друзья мои, поехали. А? У них здоровья, кстати, тут не так уж и много. Так что я подпалю ваши лапки, как кричит этот Фокзер, Погзер. Ну. Так, замечательно. А что дает вот эта пицца? Ничего, я думал, может быть, она нас подхиливает. Нет, она вообще ничего не делает. Я не знаю, вот с этими орлами мы справимся, нет? Попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жестко. Жестко бомбят. Но мы еще жестче. Ха-ха, мы еще жестче с вами. Вау, мне нравится вот этот уровень, на самом деле. Слушай, а может быть, здесь по этой игре очень много таких бонусных? Ведь, например, может быть, одеть всех героев, например, игры Tekken. Правда, я уже не помню, какие там все герои. Но тут, по-моему, мы проиграем. Вот в этой схватке у нас шансов нету на победу. Да, друзья, к сожалению, нету. Ну, я еще раз перепройду. Да, я сыграю заново. Так, если вот с этими мне драться не... Надо посмотреть. Если у нас будут еще выпадать от них шмотки, то нам надо будет драться. А если нет, то мы можем просто их перепрыгивать. Нам не надо будет в следующий раз с ними драться. Так, я понял. Нам надо будет еще драться, потому что не хватает каких-то частей именно от сета. Ладно, монетки забираем. Слушай, ну тут даже неплохой фарм монеток идет. Вот что я хочу сказать. Давай теперь этих шитиков попробуем наказать. Получится? Да получится, получится. Единственное, что мы с вами все бонусы потратим. Да, все бонусы потратим и... А, и котенка убили у нас. Ну, да накажите вы это. Кто вообще такой? Откуда они такие? Что это за персонажи? Отсылки. Я вот, например, не узнаю их абсолютно. И что у нас остается? Остается монетки только забрать. С этими, которые наверху, вряд ли я справлюсь. И если честно, они не очень похожи на лисят. Знаешь, на кого похожи больше? На каких-то енотов. Смотри, ой. А, с этим боссом в любом случае придется потом драться, что ли? Так получается? Да ладно, вы издеваетесь, у меня же не хватит здоровья просто. Кто он такой? А, так это же у нас, елки-поки, как же я не смог узнать этого персонажа. Ребята, это же у нас Шреддер. Это же костюм Шреддера. Эх вы. Так, вкусняшка, я получил достижение. Может быть, вам стоит подкрепиться? Кстати, да, неплохой вариант, чтобы подкрепиться. Заодно посмотреть, какие костюмы мы с вами там открыли, если открыли. И есть такая штука. Ой-ой-ой, смотри-ка. В принципе, ну это на данном этапе, да, хорошо подходит для этих, для моих котят. Друзья, давайте-ка, знаете, что сделаем? Поменяем нам бонусы. У нас с вами лапка. Я хочу взять массовые атаки. Телепорт это, по-моему, одиночная атака, да? Мы можем с вами... Воу. Урон одному врагу силы 220%. У нас 4 уровня аж. Слушай, давай-ка мы, наверное, вот сюда вот поставим ее. Замечательно. Ну что,
Попробуем еще, наверное, сделать с вами одну заходочку. Не знаю, вот, кстати, смотрите, практически уже чуть-чуть осталось, и у нас будет пройдено полностью, как говорится, этот уровень. Поехали. Значит, мы с вами не можем справиться с кем? Только лишь с третьим отрядом. Но с этим нам все равно придется драться, потому что у нас еще не все шмотки здесь собраты. Давай попробуем быстренько. Мне нравится, что у них очень быстрая скорость атаки. Все, вот теперь, по-моему, фулл сет. Замечательно. Который наверху, вот этот вот второй отрядик, да? Вот этот вот. По-моему, тоже нам нужно с ним подраться. Давай проверим. Не уверен, конечно, но надо рискнуть. Так. Ну-ну, давай. Нам нужно выжить. Все, у меня бонусов больше нет, друзья, к сожалению. Отлично. Так. Слушай, а этот чувак, знаешь, кого мне напомнил? Вот сейчас только что костюм собрали мы. Как он называется-то? Квест такой раньше был, помните? Планета, это остров обезьян или что-то типа того. Когда он, это игруха, квест. Я помню точно, это был квест. Слушай, у нас, кстати, каждый удар прибавляет 5 хп, но это нас вообще никак не спасает. Друзья, естественно, заново. В общем, здесь уже нам драться практически ни с кем не нужно. Нам с вами нужен вот именно тот верхний отряд. И все. Так что сейчас будем чисто разбираться именно с ним. А потом уже будем идти, как говорится, до босса. Ой, погоди-ка, как же мне сюда попасть? Сейчас, секундочку, посмотрим кое-что. Ага, понял. Все, я... Да нет же, ну, ты, ну что ты делаешь? Ну зачем ты сюда подпрыгнул-то? Ай, сглупил, друзья. Сглупил? Что могу сделать? Ладно, накумарим сейчас его. Отлично. Что же вот эта вот пицца? Ну, берем мы пиццу. Я хоть думал, чтобы здоровье прибавлял, но нет. Ладно, с этим отрядом нам придется драться. Нам придется драться, потому что нету у нас костюмов от него. От этого отряда. Сейчас быстренько закумарим их. О, да тут еще придется с ним драться, с этим отрядом. Еще и не один раз. Вот так вот, друзья мои. Ух, только начало. Как говорится, мы только начало сетов получили. Что-то я вообще расслабился. Начинаю глупить. Друзья, вы, кстати, пишите мне в комментах, если вы знаете какие-то секретные бонусы, да? Обязательно пишите, а я их обязательно посмотрю. Как, например, вы мне подсказывали про, вот, про этот уровень с черепашками. Да, действительно, такой есть. Я бы в жизнь бы не догадался. Я бы просто бы не стал бы одевать вот эти вот костюмы. Именно черепашек. Потому что, ну, сами видели, они же слабые. Они слабые, эти костюмы. Поэтому, как бы, ну, невыгодно их одевать. А кто же знал, что здесь вот такие вот бонусы есть? Так, ладно, здесь мы профукали с вами. Проиграли, это понятное дело. Шреддер наш уделал здесь. Так, ну что, заново. Вы слишком слабы для меня, кричит Фокзила. Ну и что? Что мы для тебя слабы? Ты нам вообще сейчас не интересен в данный момент. Я знаю, что этих боссов мы с вами разбомбим в пух и прах, как только у нас будут с вами супер шмотки. Он пожалеет о том, что вообще появился на свет этот Фокзила. Ай-яй-яй, опять я немножко не то сделал. Слушай, а у нас же от Шреддера полностью сет получит или нет? Сейчас, если мы с вами его победим и с него ничего не выпадет, то значит мы с вами фулл сет имеем. Давай, накумариваем, друзья мои. Ой, он такой для нас сейчас сосунок, если честно. Смотрите, мы его просто разбираем моментально. Ну, подбили. Друзья, у нас фулл сет от него, поэтому нам он не нужен. Нам остается только лишь один отряд с вами бомбить. Наверное, еще заходки две сделаем. Потом мы уйдем с этого этапа с вами, да? Распрощаемся, так сказать. Наденем супер шмотки, которые выбили на наших героев. Так, мне нужно как-то вниз. Подожди, а почему? А как мне попасть тогда на эту полочку, друзья? Я же ведь как-то попадал на нее. Вот именно вот на эту. А, можно прыгнуть, наверное, заранее чуть-чуть, да? И тогда мы на нее попадем. Ну-ка, если вот так вот сделаю. Оп. Да, все отлично, вот так вот срабатывает. Такой вот вариант меня вполне устраивает. Давайте быстренько сейчас бомбанем этих. Ну, это действительно какие-то еноты. Да? Посмотрите. Это далеко не эти, не лисята. Ну, в принципе, здесь надо выходить. Но я не могу отсюда выйти, потому что мне придется драться со Шреддером. То есть еще один бой как минимум нам нужно будет провести. Ну, давайте попробуем его кумарнуть. Давай, котики.
Не отступать, не сдаваться, как говорится. Может быть, получится нам даже забомбить его. Каждый удар, по-моему, нам прибавляет 5 хп, если не ошибаюсь, да? Я могу ошибиться. Кстати, мы с вами сюда пришли без бонуса. Вот что я вспомнил-то сейчас. Точно. У меня уже давно, наверное, закончился мой бонус к силе умений. Ну, это, в принципе, и не важно. Так, в следующий раз мы выиграем, да? Мы выиграем не в следующий раз, мы выиграем сейчас. По крайней мере, мы шмотки сейчас точно все выбьем. Выбиваем шмотки и все, и покидаем этот с вами уровень секретный. Секретный бонусный уровень, так его назовем. Так, и вот сейчас главное не лопухнуться, прыгнуть хорошечно. Вот так вот, вот то, что нужно. Замечательно, все, последний бой у нас здесь. Забираем шмотки и с концами отсюда сматываемся. Давай, давай. Может быть, тут, кстати, если героев из Южного парка всех одеваешь, берешь, у тебя тоже будет какой-нибудь секретный уровень. Кто его знает, друзья, что разработчики в эту игру могли внести, преподнести. Кстати, разработчики вот этой игры наши русские ребята. Так, ну что ж, Реддер, давай уходи. У нас как раз тут для тебя есть бонусы. Очень много бонусов для тебя по суператаке. Сейчас мы, наверное, его здесь сможем победить, хотя не уверен на 100%. Но шанс такой есть, смотри-ка. Смотри, смотри. Так, ты... Нету шансов, друзья, нету шансов. А вот если бы было бы у нас сила умения бы, да, там 20%, мы бы его ушатали бы, это я вам точно говорю. Ну, давай, 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 давай. Ать, последний удар, и наш котик погибает. Или черепашка, я уже даже не знаю, как его назвать. Все, по-моему, тут, друзья, сет. Все сеты собраны, посмотрим. Так, что у нас тут? Так, во-первых, нам нужно... Во-первых, нам нужно посмотреть, прошли ли мы этот уровень. Да, друзья, все. Бэшечка, как видите, мне кажется, вот здесь где-то есть. Вот здесь тоже есть секретный уровень. Потому что, ну, слишком много этих пустот. Мне кажется, да, и вот тут могут уровни воткнуть. Вот здесь. Вот тут, вот тут. Да, это интересно. Ну что же, давай одеваем наши костюмы, которые были. Почему? Эй, друзья, почему? Я же на загрузку нажал. А в чем прикол? Зашибись. Это что, вы хотите сказать, что мне теперь вручную все это выставлять? Я уже и забыл, где здесь что и стояло. Ой, друзья мои. Хорошо, короче, увидимся через секунду. Ну что, друзья, вроде бы все нормально. Вот так вот я поставил шмотки нашим персонажам, как вы видите. И теперь можно сохраниться. Надеюсь, все хорошо у нас на этот раз работает. Ничего не перепутается, не перепрыгнет. Так, и давайте-ка, наверное, мы с вами возьмем бонус на атаку босса и попробуем завалить этого хламона. Так, что у нас тут? Пицца, сила умений, постоянное лечение, это не нужно. Погоди, а где у нас для именно боссов сила умений? Так, может быть, вот это вот. Урон против боссов, да? А здесь два дополнительных умения. Хм. Не, давай вот этот, наверное, да? Купим и попробуем замочить самого первого босяра вот этого вот. Получится, интересно, или нет? Фокзер, который постоянно ржал над нами, да? Пора его немножко проучить. Надеюсь, у нас получится. С деревянным мечом, с какой-то крышкой от бака. Ну, давай, ребята, наваляем ему люлей сладких, прекрасных. Тихо, тихо, Фокзер, не надо выделываться. Ту-ту-ту-ту. Что он делает? Ух, как, а у него атака до сих пор мощная, друзья мои. Я не знаю, смогу ли я его вообще тут одолеть. Хе-хе-хе-хе. Не уверен. Ну, у нас 20% к силе атаки. Слушай, по-моему, мы его сейчас одолеем. Друзья мои, одолеем мы его. Посмотрите, у него здоровья практически уже не осталось, а у нас еще бонусы есть. И вот так вот. Мы победили этого лисенка. Ой, не такой уж он уж был и сильный. Да, конечно, не такой уж он был и сильный. Слушай, ну вот я не знаю, друзья. У нас еще, как бы, один бой предстоит. Но мне почему-то кажется, что мы уже его не осилим. Но попытаться можно. Давай попробуем, была не была. Если не одолеем, то пойдем дальше проходить наш уровень. Хубджа. Хобана, перепрыгивают, конечно же, котики. Хотя, не знаю, может быть, и не надо перепрыгивать. Но почему мне кажется, что вот эти вот шары наносят урон
если ты через них не будешь прыгать. Поехали, начинаем. Начинаем веселуху, друзья мои, начинаем веселуху. Так, он, наверное, в этот раз будет, естественно, сильнее бомбить. Ой, по-моему, очень сильно он бомбит. И здоровье у него, ты посмотри, сколько, а? Ты посмотри, сколько у него здоровья. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-шечки. Ты посмотри, что это творит, а? У меня больше нету, друзья мои, никаких умений. Еще раз он так прыгнет, и все, мои котики, к сожалению, погибнут. Значит, слабоваты мы еще с вами, друзья. Слабоваты, надо будет подкачаться нам. Ну что ж, я предлагаю вам продолжить наш уровень, да, который мы с вами не прошли, 18-й. И погнали. Да, ну, у нас там еще, кстати, один сундук где-то завалялся. Но зато я думаю, что вот с этими орлами мы тут уже с вами просто на изи будем справляться. Потому что мои котята по полной программе. Ну что это за вот эта вот фигня, она мне мешает, вот. Отвлекает. Я не помню, с этими... А, ну с этими придется в любом случае драться. Даже если ты их и прошел, потому что нам по-другому не пройти. Ладно, мы их накумарим здесь в легенькую. Мне, конечно, надо было костюм Шреддера надевать на первого танка, если честно, друзья мои. Потому что у него меньше здоровья. Так, тут перепрыгиваем. Ага, все хорошо. А, ключ-то у меня где? Ключа-то у меня нету, господи. Что нам делать? Что нам с вами делать? Драться только лишь. Хотя с ними нам драться и не стоит. Согласись, потому что у нас от них костюмы все собраны. Full set. Но что-то у меня вот этот вот стрелок очень мало дамажит. А, ну правильно, у меня еще бонус-то стоит. Какой? У меня бонус, друзья, стоит на босса, а не на супер силу умений моих, да? Поэтому вот так вот все и происходит. Ой, ладно, друзья, ничего не поделаешь. Ну, в любом случае, здесь нам делать нечего. Только здоровье, да, у каждого котенка. Причем их двое всего лишь. Что мы тут с вами сможем сделать? Да ничегошеньки. Блин, надо упасть просто в пропасть, в конце концов. Куда? Можно вот этих вот бомбануть, олухов. Бомбанули, ага. Аж три раза. Мне не нравится вот этот вот котенок, который у нас со стволами. Мне кажется, что у него слишком слабое оружие. Вот у этого именно. Вот у этого котенка слабый пистолет, я не знаю. Как-то он слабо стреляет. Давай, может быть, где-то что-то получше найдем. Мне почему-то кажется, что ничего я лучше здесь не найду. Понимаешь? Потому что я выбирал самое сильное оружие и, конечно же, его выставлял. Но почему 70, по 74 дамага? Раньше, я помню, там по 130 выдавал. А сейчас вообще урон ни о чем. Вот, смотри-ка. Уже лучше. Так, давай глянем дальше. Давай глянем дальше. Так, это у нас ближний бой. То есть вот эту вот я могу вот сюда поставить. А то он с какими-то тортиками бегает. С никчемными. Здесь у нас что-нибудь такое вкусненькое есть из дальнего боя? Я не вижу. Нет, это все не то. Это все не то, абсолютно не то, друзья. Походу дела нету. Походу дела ничего лучшего мы с вами уже и не найдем. Остальное все. Ну, видите сами. Видите сами все эти. Во! Все-таки я нашел что-то лучшее. Давай вот так вот поставим. Что это у него там в руке за птичка или червяк? Непонятная штука. Ну все, теперь идем, естественно, с вами за бонусом на атаку. Даже не на атаку, а на силу умений. Да, силу умений купим. Вот так вот. Посмотрим здесь вот бонусы. Может быть, где-то у нас есть уже покруче. По четверочке, нет? Нигде нету. Нету, ладно. Каждый удар восстанавливает плюс 5 здоровья. Это, по-моему, везде такое пишут. Ну что, друзья, поехали. Погнали, погнали, погнали. У нас... Да у нас еще дофига чего тут не хватает, если честно. Поехали. Котики, как говорится, вперед. Опс. Не долетел, ё-моё, а. Конечно, нам нужно, чтобы вот у нас вот сила умений, да, на наших было четверочка, чтобы мы могли 4 раза применять, а не 2 или... Да что ты будешь делать-то, ё-просоте. Ну, котики, хорош. Вы серьезно? Вы вот начинаете вот издеваться надо мной. Как-то вот не реагирует этот прыжок вовремя. Хоть кликаешь, но...
Еще вот этот вот экран постоянно как-то перемещается очень странным образом. Так, ладно, здесь придется подраться. Или... Нет, придется. Как ни старайся, у меня никогда не получается их перепрыгнуть. Ну? Накумарим, нет? Да накумарить-то должны, конечно же. Что? Что такое? Все. Нам с вами что нужно? Нам нужно с вами забрать, по идее, ключ. Ключ находится здесь. Кстати, вот... можно было бы и подраться. Твою же маковку. Блин, неужели вот этих... Мы же как-то вроде бы могли проходить, не дравшись вот с этими. Да, ведь такое было. Опасно идти одному, возьмите с собой что-нибудь. Что я тебе с собой возьму? Что-нибудь. Вот мне объясни, что я с собой возьму, а? Король. Опасный. Тут вся игра опасная. Так, ключик у меня есть, значит, мы с вами сейчас перепрыгиваем, да? Открываем ворота и деремся вот с этими олухами. С ними нам надо драться по-любому, потому что этих костюмов у нас нету. И надеюсь, мы с вами вообще сможем их победить. Прикольно. Сможем ли мы победить? Вот в чем вопрос. Есть, один парик достали. Вау. Неужели один котенок справился? Хупс, и я еще и сундучок подобрал. Хупс, а вот с этими-то как? С этими, понятное дело, я не справлюсь. Заново, естественно, заново, друзья. Что у нас по итогу выходит? Зря я сюда пошел. Ну, этих... не перепрыгнуть, придется драться. Что у нас по итогу с вами получается? Надо... Ну, с этими уже драться бесполезно. Костюмы есть у нас. Сундуки, кстати, мы тоже с вами полностью все собрали. С этими... Вот я не помню, надо ли нам драться, который там в ушанке-то стоит, или не надо. Я, честно говоря, запамятовал. Вот сюда нам нужно с вами. У нас еще два боя, что ли, впереди получается, да? Еще два боя. То есть вот этот неизбежный бой. Да, действительно, неизбежный. Потому что его никак нельзя избежать, не перепрыгнуть, ничего с ним не сделаешь. Ну, отлично. Так, хорошо, тут мы перепрыгиваем. Твою же дивизию, ну как же... Ну, давай тогда подеремся с этими олухами. Че делать? Все равно делать нам, как говорится, нечего. И терять нам уже нечего. Потому что здоровья практически нету. Как ты медленный. О, кстати, нам с ними драться нужно, друзья мои. Драться нам нужно, потому что у нас шмоток-то, оказывается, нету от них. Вот оно что. Вот оно что. И вот таким вот образом мы с вами попадаем к этим ребятам. Ну, естественно, нас тут ушатают сейчас. Слушай, это случайно из Звездных Войнов этот Чубака-то? Нет, похож на него. Так, давай посмотрим, бонус-то у меня есть. Что-то как-то меня валят тут. Да, еще 2,5 минуты. Костюм какой-нибудь новый открылся уже? Нет? До сих пор ничего нету. То есть, видишь, да, с верхними мне нужно драться. С верхними еще. Потому что тут нету костюма. Ну и с этими, понятное дело, тоже. Ладно. По крайней мере, вот этот вот уровень, он по себе очень быстро проходится. Потому что здесь не надо слишком много бегать, прыгать. Здесь главное не глупить, и все будет хорошо. Так, с этими... Ну, придется. Очень, конечно, я в глубине души пытаюсь перепрыгнуть их, думаю, что получится. А что Шреддер такой нахрапом-то идет? Я не могу понять. Он просто типа как танк, что он даже не дерется, просто... Я как говорит, я пробью вас всех своим телом. И идет на них. Ладно, я решаю так, друзья. Покончим вначале мы с вами с верхними персонажами, которые у нас именно наверху сидят. Чтобы просто потом уже не брать этот ключ, не возвращаться сюда вот обратно, да, это напрягает уже как-то. Просто покончить уже раз и навсегда с ними, и все. И начинать уже бомбить просто понизу. Именно нижних противников. Да, вот так вот мы с вами, наверное, и поступим. Ну, отличненько. Давай. Вот тут главное не упасть, отлично. Ключик. Вот с ними нам подраться. Вот с них снять шмотки. А тут всего лишь, по-моему, по одному костюму нам и нужно. То есть с этого снять куртку, да? А с этого, по-моему, снять маску. По-моему, full set. Главное этого сейчас ушатать. Ушатай, говорю. И тут, по-моему, тоже фулл сет. Мы это, конечно, с вами проверим. Да?
Опс, рыбки. Просто по выстрелу и он готов. Так, друзья, с вашего позволения я, может, вам поискать грибочек? Какой грибочек? О чем он вообще говорит? С вашего позволения я хочу зайти вот сюда, вот, немножко их потренировать, капельку, да? Совсем чуть-чуть. Так, котики, давайте на атаку, на скорость. Не, ну вот задним тоже, в принципе, не помешало бы ХП к моим дамагерам, чтобы их быстро так не сносили. И смотрим, да, друзья, тут full set. То есть мы с вами наверх уже не ползем. И посмотри, какая хорошая курточка здесь. Очень хорошая курточка. Слушай, головной уборчик неплохой. Хм, отлично. Так, а что у тебя? О, а тут еще даже лучше, посмотри. Тут даже вот шапочка вот эта вот еще круче. Ну, в принципе, друзья, я уже чувствую себя хорошечно. Так, здесь что у нас? Ерунда. Ну, так, 37 хп, но зато к атаке минус 2. Давай. Все равно вы у меня не особые дамагеры, а вот то, что у вас будет здоровье побольше, это мне, как говорится, на руку. Это мне пойдет на руку. Так, ну что, друзья, погнали. Сейчас посмотрим по столовке, что у нас тут происходит. Еще минутка есть, поэтому я должен успеть, наверное, допройти, ну, не допройти, а, по крайней мере, здесь бомбануть еще одну ходочку. В общем, все, наверх мы с вами уже не идем. Чисто по низу. Чисто по низу. Разбираемся с этими аглоедами. Да, с борзами, которые там стоят у нас. Чубака и кто там, я не знаю, как его там величать. И знать не хочу. В любом случае, сейчас они все получат у нас. Вот так вот. Вообще смачно. Ну что, эти орлы... А, и тут еще же эти, я про них-то и забыл, господи. Ну, еще и с этим придется подраться, ладно. Надеюсь, сейчас быстренько все это с вами прокрутим дело. А с ними в любом случае пришлось бы драться. Смотри, у нас сет-то, оказывается, не собрат. Все, я понял. Оп, оп, все у нас хорошечно. И вот они, вот эти вот голодранцы. Давай, давай, сразу будем кумалить. Слушай, они, у них здоровья-то не так уж и много. Так, парик сбили. Чубак сейчас, я думаю, тоже получит свое. Ну, отлично. Какую-то рогатину у него забрали. Что я тебе могу сказать? Я тебе могу сказать, еще минимум 2 боя нам нужно здесь провернуть, да, 2 боя, чтобы был у нас full set. Так, начинаем сразу. Просто все, как говорится, вперед впускаем, да. Все наши суператаки вот эти вот, чтобы как можно быстрее это пройти, в конце концов. Нифига у него дамаг там по 164, ты не припухли? Крутенько. Так, вот с этими аглоедами мы тоже сейчас деремся. Потому что, что нам нужно? Нам нужно еще по пару шмоток. Так, вот теперь full set, по-моему. Давай, давай, давай. Вот, и здесь тоже. И теперь нам надо будет... Я вот не знаю, сколько здесь. Наверное, боя 2 еще придется с ними. Наверное, боя 2 придется с ними еще провернуть. Потому что здесь мы только рогатину забрали, да? Ой. Ой. Погоди, 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 родной. Не, такими темпами нам придется еще еще не один бой, а, по-моему, еще боя 2 или 3 даже делать. Ай, господи, я же забыл, у меня сила умения кончилась уже. Вот почему я сфейлился. Падаем, падаем, друзья мои. Без силы умения там делать нечего, ну ты сам понимаешь, да? Поэтому, естественно, мы с вами перекус делаем. Вот так вот. Вот теперь уже будет другой разговор, а то, ну, смысл туда идти. Опять фейлиться, это лишняя трата времени просто пойдет. А так вот все, как говорится, у нас чин-чинарем. Так. Давай вот эти вот, оп. Может быть, какой-то, я не знаю, бонус есть на прыжок, что ли, перепрыгнуть. Давай нахумарим. Так, хорош, хорош. Ну что ты прицепился-то, эй. Достал он уже. Идем, идем дальше. Здесь не обязательно нам это все брать. В принципе, с этими тоже, да, уже не обязательно драться, потому что шмотки мы у них забрали. Нужные нам. Остаются там только 2 олуха. Разобрались. Довольно четенько. Ну, у них, конечно, тут дамаг жесткий, сразу же, причем бескомпромиссный. Смотри. Так, пока я там одного отвлекаю. Ать, накрыли. Дальники, дальники, давайте, 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 давайте. Да чтоб тебе, ну, о, по-моему, фулсе, друзья. Ну, кто кого?
Конечно же мы. Да, как ни крути, нам придется еще один бой с ними сделать. Потому что, ну, сам ты видел, да, шмоточку мы не добрали там одну. Так, жду хороших новостей, жди. Тут осталось буквально немножко, и будут те хорошие новости, что мы пройдем еще один уровень. Опс. Так. Опа. Ага, балалайку. Как всегда. Просто быстренько с ними разбираемся, и все. Вот так вот. Хорошо. Упс. Не хотелось бы драться с ними, но... Ну, никак. Никак, друзья. Не пройти мне мимо них. А, в принципе, ничего страшного. Там уже один упал. Все, второй тоже. Ну, надеюсь, друзья мои, это наш последний бой. Надеюсь, мы здесь не сфейлимся. Поехали. Сразу же суператаки. Все, что у нас есть, активируем. Все. Так, ну вот теперь точно фулл сет и... Да добейте вы его. Да. Сейчас мы с вами проверим. Если будет корона на этом уровне, значит все отлично. Все у нас будет пройдено. Да, друзья, 18 уровень пройден на ура. Ух ты, здесь какие, смотрите, тут у нас Харли Куин, Робин. А это кто такой? Так, Питер Пен. Микки Маус, что ли? Да, но этот уровень, наверное, будет пожестче, друзья мои. Смотрите, тут сундучков-то 5 штук. Требуются вот такие вот навыки. Ну, естественно, этим мы с вами займемся уже, друзья, в следующей серии. Я все-таки гляну костюмчики еще, с вашего позволения. Так, здесь ничего хорошего. Здесь тоже. И здесь тоже ничего хорошего. Так, активируем. Слушай, ну, нет, не буду я менять. Скорость нам тоже здесь нужна. Что такое оружие-то? Кривенькое, плохенькое, а? Костюмы тоже не ахти, друзья, не ахти костюмчики. Так. Угу. Ничего, в общем, толкового здесь мы не видим. Ну что ж, друзья, на этой ноте я буду завершать свой видосик. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых встреч. Всем удачи, до скорого.